В Ленинском районе стало доброй традицией чествовать семьи, которые прожили вместе более полувека. 2 октября в ЗАГСе Ленинского района собрались пары, отметившие железную, бриллиантовые, серебряные и золотые свадьбы. В этот день в торжественной обстановке 12 пар вновь принесли друг другу клятвы в любви и верности. Смотрите репортаж Екатерины Чернышовой. Семейные пары, прожившие в браке 50 и более лет, собрались в зале регистрации для внесения записи в юбилейную памятную книгу. Дорогие наши юбиляры, я сегодня пришла вас поздравить от имени главы Ленинского района, от имени администрации Ленинского района, от всех жителей и сказать вам слова признательности, что вы своим примером задаете нам тон, как надо жить, как надо строить эту жизнь. Ведь в конечном итоге дороже семьи ничего нет. Все проходит. Остается плечо, которому ты можешь облокотиться. Надежда Демкина вручила юбилярам поздравительные открытки и памятные подарки. Цветы, очаровательная супруга, подарок. Спасибо. Здоровья, счастья. В этот день звучали слова уважения и восхищения парами. Узы брака уже десятки лет держат их рядом друг с другом. Семейная жизнь этих людей началась в тяжелые послевоенные годы. История каждой семьи разная, но так похожа одна на другую. Встретились, полюбили, сыграли свадьбу. А между тем судьба каждой пары индивидуальна, и каждому из них есть что вспомнить. Семья Жаждиных образовалась в 1954 году. Виктор Васильевич прошел войну, имеет боевые награды. Работал в Китае и ГДР. Вера Петровна – техник-инженер Всесоюзного научно-исследовательского института. Они прожили вместе 60 лет и воспитали дочь. А семья Костыревых ведет свою историю с 1964 года. Встретились на танцах в горках Ленинских. На одной стороне похрыжил этот село Ям, а я здесь в горках на другой стороне похрыжил. В общем, мы с тобой два берега одной реки. И вот уже 50 лет. Нина Андреевна – педагог с 45-летним стажем. 35 лет работала в Видновской школе номер 1. Владимир Васильевич трудился водителем, доставлял грузы для строительства домов в городе Видное. Супруги признаются, что секрет их семейной жизни – в умении уступать друг другу. Уступчивость Галины Ивановны из семьи Галановых сыграла огромную роль в ее судьбе, так как профессию для нее выбрал муж. Она на театральном училась. Мне это не нравилось, потому что это не специальность. Она потом поступила в медицинский и закончила его. Сейчас Галина Ивановна профессор, доктор медицинских наук, 2-го государственного медицинского института. Именно работа не позволила ей сегодня быть рядом с мужем, который ведет активную общественную жизнь. Владимир Иванович – председатель Совета ветеранов городского поселения «Видное». Люди с интересными судьбами, богатой историей и семейными традициями. Им всем есть что вспомнить и о чем рассказать. Живая история любви и верности учит молодое поколение ценностям семейной жизни. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.